Камчатцы могут выбрать, где голосовать 13 сентября. Пункты приема заявления о включении в список избирателей по нахождению заработали на Камчатке. Если житель полуострова в единый день голосования 13 сентября будет находиться не по месту регистрации в пределах региона, он может выбрать любой удобный для него избирательный участок. С 29 июля по 8 сентября многофункциональный центр начал принимать заявления на проведение выборов губернатора Камчатского края. Любой желающий, который не может проголосовать на своем избирательном участке, может прийти к нам подать заявление. Обязательно с собой взять нужно будет паспорт, либо временное удостоверение личности, если паспорт отсутствует по причине замены. Первые заявления уже начали поступать от жителей краевой столицы. Я очень довольна процедурой. Все очень просто. Мы приходим в ФЦ, берем талон, нас вызывает специалист по очереди. Присаживаюсь к специалисту, отдаю свой паспорт. Специалист заполняет заявление и выдает мне потом отрывную часть заявления, по которой я смогу проголосовать. Вообще я являюсь, у меня прописка мильковская, но проживаю в городе Петропавловске-Камчатском. И для того, чтобы воспользоваться правом голоса 13 сентября, это очень удобный сервис, я пришла и записалась на то место, где мне удобнее всего проголосовать.